Какой страны не существует? Литва или Латвия? Литвы. Литвы нет, правильно. Ну. А какой страны не существует? Швеция или Швейцария? Швейцария. Молодец. Ну, да, я так-то не совсем это... Не так-то мне стыдно за себя, знаете? Пипец. Добрый день, друзья, не другие. Мне когда попадаются такие ролики, я каждый раз первая мысль. Думаю, это подстава. Это по сценарию. Потому что не может быть, как бы, ну... такой безграмотности. С другой стороны, напомню вам президента Соединенных Штатов Америки, который просто вот всерьез переспрашивал, так как правильно, Иран или Ирак. Так что всякое может быть, как вы думаете, вот это подстава? Какой страны не существует? Литва или Латвия? Литвы. Литвы нет, правильно. Ну. А какой страны не существует? Швеция или Швейцария? Швейцария. Молодец. Ну, да, я так-то не совсем это... Не так-то мне стыдно за себя, знаете?